Анютке отрежу колбаски. Вот так или вот так? Красиво. Наискос. Не люблю, когда вот ровно режут. Я люблю ровно хлеб и наискос колбасу. Вообще не скажешь. Да? Что скита? Можно подумать, я ем каждый день скита. На запах, как самая обычная колбаса. Ну да. Да я тебе даю домой полпалочки. Спасибочки. Давайте уже попробуем. Давай. Ладно, может, с моей кусочка. Давай один на троих порежь. Я вообще, если честно, не хочу. Ну а что, неинтересно? Придется. Загадывайте желание, когда первый раз пробую. На новом месте приснись жених невесте. Я так вышла замуж и до сих пор говорю. Это бабушка Галя такого научилась. Говорит, ну что, ты приехала? Она говорит, ты говорила. Ну что? Вкусно. Чувствуется? Нет, ты не почувствуешь. Точно? Обещаешь? Нет, обещаю. Нет. Обычная колбаса. Вкусная. Это она вкусная очень. Ну, как сырокопченая такая скита. Желание девочки. Ну, если бы мне не сказали, что у нас скита, я бы ела и ела. Что вы наклеечки клеите, тебе да? Тебе там лягушка треба. Ищи лягушечку. Где же лягушечка, квакушечка? Нет. Вообще-то да. Вот. Ну, ребят, ну по рисунку. А, ну да. Давай, открывай. Только, Камила, аккуратно, чтобы ты не порвала перед этим. Вот. Молодец. Теперь наклеим. Вот так. Ой, продолжение какое, да? Так, теперь нам треба этот, кто это, пенек? А вот Мишка, давайте Мишку. Давайте, вот он. А ты зачем его? Пусть сама ищет. Мам, мы очень хорошо играем. Давай. Мишка косолапый, да? Как у тебя? Да, ровно, как у меня. А дальше какой вы выбираете? По рисунку сейчас. Нам дальше надо... Я не знаю, это, короче, какой-то этот глечик. Ну, найдите на картинке. Деглечик. Вообще не знаю, что это такое. Мне сейчас. Ну, ты можешь ей не подсказать? Пусть она сама ищет. Пожалуйста. Мам. Ну, вот ты не надо показывать. Вот пусть налепит. Мам. Это там этот. Ой. Ой, умничка. Молодец. Кто это у нас тут? Зайка? Ищи. Да? Не подсказывай. Пусть сама найдет. Она может попутать с другим, понимаешь? Она... Где он? Правильно, молодец. Чего? Ложись вот так прям. Мама, бабочку. Ты это делаешь? Давай бабочку. О, давай, давай вот так. Опа. Это очень тяжело. Очень. Молодец. Опа. А я еще видела, как вот так где-то медленно ноги наверх ставят. Да. Вот это да. Побежала уже к ней. Этак, этак, этак. Бабушка Галя мне говорит, снимай все время Камилу. Ой, она мне говорит, вот снимай все время Камилу. Это так интересно. Я говорю, потому что это твоя правнучка. Я тоже это говорю, мам. Я говорю, ты ж твоя это. Я говорю, поэтому тебе так интересно. Ты что, букву возьмем? Тут кошки лазят. Кошки лазят, да? А как лягушки прыгают? Иди встречай, иди встречай. Софу? А я не показывала, забыла вам показать. Купила в Авроре вчера, когда была, до мамы пришли, этот чайник. Вот такой вот чайничек. Заварничек. Да, да, да. Смотрите, девочки, какой красивый. Красивый, да? Очень красиво. Вот тут сеточка, вот, чтобы не ну, чаинки не выскакивали. Сколько? 109. Ты такси уже вызываешь? Такая крышечка, и можно тут заваривать чаек. Красивый, прям такой. Класс. Кому надо, идите. Сейчас акция. Он стоил дороже. Представляешь, заварочка такая темненькая, заваривается красивенький. Ой, это такой чай.
чайник. Да, чайник. Будем чай заваривать здесь. Классный? Надо чай купить только. Я хочу колонист купить. Куда это? На центральный рынок? Давай съездим. До Виталика зайдем. Давай. Давай. А до кошка какой-то? Съездим? Давай. Давай, Володь, скорее. Красиво прям. Сейчас Женя попробует спиртовые конфетки. А они, походу, разные? Ну да, там ром, там виски, там еще что-то. Короче, что, можно накидать с этими конфетами? Да, с утра встал, закинул и поехал. Покажи. Похмелился, типа. Да. А ну так, аккуратно. Ну как тебе? Знаешь, как Аня пробовала? Аня взяла конфетку. Такая прям аж вкусная. Вот так взяла и вот так. Сейчас Женя еще попробует. Синяя, красная и зелененькая. Да, только Камила, ты такие не ешь конфетки. Не, подожди, тут еще вот есть беленькая, чуть наоборот, видишь? А-а-а. Вот они, смотри, видишь разница в чем? А-а-а, тогда мы не все попробовали. Ну да. Зеленая еще есть, и вот синяя получилась. Вот четыре вида. А-а-а, мы только они три вида попробовали, их четыре вида. Их четыре вида, оказывается. Ну сейчас ладно, попробуем. Так, синяя уже попробовал. Ну и давай. Красную. И зеленую потом дедушка попробует, да? Сейчас так четыре конфетки, как вроде это самое. А ну-ка. Ну давай. Хопа. Мы так еще раскусывали. Мы с Аней по половиночке пробовали. Ага. Ага. Вот я услышал другой вкус. Вот та первая была более как виски. А вот это там вот написано на каждой конфетке. А, написано даже? Да, должно быть. Ты без очков не прочитаешь, Жень. Не вижу. А, что, вот. Вишневый бренди. Угу, бренди. Написано. Потом. Зеленая это у нас. Будь здорова, София. А что у нас зеленая? Ну, пробуй. Не могу понять. Давай так. Не могу прочитать. И тут еще вот другое, чуть по-другому. Не знаю, пробуй. Ешь. Короче, в принципе, они все вкусные. Вкусные, да? Это Швеции прислали. Наталья прислала, да. Так, Наташа и Артур. Они конфеты наелись, и хорошо им так. Опа. Так вроде 200 грамм потянул. А, ну. Вкусненько, да? Ну, основная составляющая виски, только вкусовые все разные эти. Конфетки вкусные. Наташа и Артур, большое вам спасибо. За все, не только за конфетки. Да, Женя, да, только что спасибо. Вот эту, но пасту ел. Очень своеобразные, интересные. То ты яйца верблюда не пробовал еще. Ну, яйца еще не пробовал верблюда. Это жвачка. Такие ничего хорошие. Да, можно и правда такие. Сейчас пару-тройку конфет съел. Там у тебя уже язык заплетается. У меня? Уже язык заплетается. Уже. Уже пьяный. Уже пьяный. Ну давай еще одну. Это. Попробуй с мамой. Это уже четвертая. На, Жень, маршмеллоу попробуй. А ну, сейчас, Камила, подожди. Сейчас девушка настроит зир. Дай мне одну маршмеллоу. Дашь? Какую ты мне дашь? Какой-то марачино что-то. Марачино. Все. Мара. А вот эти тоже же не понравились, да? Мягенькие. Они тоже спиртовые. Вот да? Эти? Да. Я не понял, я съел, но я вообще не понял. А ты такой взял, вкусненько, как пироженком такое, да? Просто вот кушаешь, не поймешь, вот консистенция такая какая-то непонятная. И сочетание вкуса, вот это все вместе как-то... Сейчас я тебе дать ашмел. Немножко так... Вкусненько. Непонятно, но вкусно. Mm-hmm. Такое ощущение. Слива. Ты ну, такое, как-то она такая. Это в шоколаде слива. Ну, берешь такой пирожок. А внутри и... как такой бисквитик, да? Ну, да. Мягенький. Вкусно. Все, уехала Анютка.
попробовали у нас дегустейшн. И Женя попробовала конфетки, и то, и то, и то. Все вкусненько. Все тогда. Всем пока-пока на сегодня. Встретимся с вами завтра. Все. Тихой и спокойной ночи всем.